Громкий судебный процесс начался в Костанайском суде. На скамье подсудимых сразу 15 пожарных. Главный фигурант уголовного дела – начальник управления кадровой политики департамента ПЧС региона. Бауржана Алимбаева обвиняют в мошенничестве и хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения неоднократно. Согласно материалам дела, он брал с подчиненных деньги за прохождение аттестации или за перевод на другую должность. Суммы от 30 тысяч до 150 тысяч тенге. В итоге служащий таким образом мог заработать до полумиллиона тенге, считают гособвинитель. Кроме Алимбаева, по делу проходят еще 14 человек. Среди них несколько руководителей районных пожарных частей, а также рядовые спасатели. Их обвиняют в передаче взятки. Сейчас под арестом только Алимбаев. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Остальные под подпиской о невыезде. Противоправно используя свое служебное положение в корыстной цели, подставив перед собой цель незаконного материального обогащения, умышленно с целью хищения чужого имущества путем обмана, совершил тяжкие коррупционные уголовно-правонарушения против собственности, против интересов государственной службы.